Третье появилось видео, снятое на мобильный телефон одним из очевидцев. На этих кадрах хорошо видно, как в районе пляжа в Волжских Далях в буквальном смысле над головами отдыхающих планирует самолет. Высота полета настолько мала, что можно увидеть номер и другие данные воздушного судна. Нам удалось выяснить, что самолет Ан-2 принадлежит аэроклубу «Роста-де-Саав». И вот как прокомментировали наши телекомпании этот случай. Мы сделали пролет самолета несколько раз, сделали выброску парашютистов и на воду, и на грунт. Чем один из парашютистов на грунт нес флаг с надписью «С днем рождения, любимый». Это от жены был подарок. Расценки у нас государственные, те, которые нам Москва спускает, мы госавиация. Соответственно, 21 тысяча летный час. В летный час входит время его работы на земле, прогрев и доставка его до точки выброски, либо полетов, показательное выступление и возврат назад на базу. И парашютисты, каждый выброшенный парашютист стоит 1500 рублей.